Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать на влог. Значит, Outfit of the Day. Пришли мне наконец-таки новые тени Giordani Gold, запеченные. Это вот самый светлый цвет. И смотрите, какой классный эффект получается теней. Ну, в общем, серьги вы видите, да? Вот такая на мне как бы рубашечка на замочке фирмы Кальмар. Джинсы со стразами. Парфюм. Парфюм. Это вот этот вот новый парфюм от фирмы Avon. Eva Due. Пользовалась я вот этим вот цветом. Он как бы более желтый, который. Что еще? Одену я такую вот куртку. Тоже фирмы Кальмар, и приготовила уже обувь, вот такую вот обувь Мерл. Вот так что, в общем-то, на улице лежит снег, и да что-то уже надоело вот это все пальто, какие-то платья, в общем, захотелось одеть брюки, что-то более такое спортивно-универсальное, ну, сережки так, под стразы, под джинсы, ну, в общем, еду в офис. Вот тени приходят в такой коробочке. Там еще есть аппликатор. И вот они сами вообще вот эти вот запеченные тени. Это цвет, который бежевый. Есть там еще золото. Но золото я вообще не знаю. Если бежевые отдают тоже каким-то золотым оттенком. Еще мне понравился еще другой оттеночек тени, который я тоже заказала. И жду их. Что еще хотела вам показать? Органайзеры, которые вот купила в фикс прайсе. Смотрите, как круто. Вот у меня есть два, да? Как круто все входит. Можно даже в ящик, в шкаф какой-нибудь. Есть за что подтянуть. Так, это у меня тут пробник какой-то и фраше лежит, тональная основа, которую попробовать надо. Ну, в общем-то, вот они у меня два. Тут-то компактненько, много чего вошло, влезло. Вот это тоже органайзер с фикс прайса. Смотрите, как тоже хорошо смотрится. И вот этот вот органайзер тоже из фикс прайса. А это из Арифлейма. Такая удобная баночка. У них что-то их несколько. И для ватных дисков удобно. И, в общем-то, для палочек. Но тени прям вообще шикарные. Еще какие-то лиловые жду, так что покажу вам потом лиловые уже в своем там заказике. Сегодня опять заказ. В основном все клиентам, только мне тенюшки. Что, вот и началась типа зима. Машина не заводится. Звоню мужу, говорю, спускайся. Говорю, давай уже посмотри. Что с ней? Не знаю, говорю, что с ней, но она трещит. Почему-то щетки решили работать. И она, в общем-то, не захотела заводиться и меня вести в офис. Вот так вот. Продолжаю разбор всего. Кое-что уже вчера приходила родственница. Настюха мне тоже там отдала. Говорит, мам, все, мне вот это не нужно. Там двое брюк, джинсы, платье. Ну, такое приличное платье, не снимала вам его. Ну, в общем, пришла родственница. Джинсы ей как раз отличные. Платье вообще шикарно. Она говорит, на работу ходить. Ну, Настюхе уже маленько просто стало. Я еще одно ей платье дала. В общем, расхламление продолжается. Другой подруге там тоже наобещала уже какие-то вещи. Уже джинсы оттуда забрали. В общем, кто вперед, тот и успевает уже вещи забирать. Ну, а вот эти вот коробки пластиковые, которые для обуви из фикс прайса, слушайте, мне они так понравились. Они намного меньше занимают места. Если обычные коробки, допустим, в которых туфли лежат, можно, допустим, там друг на друга, и, в общем, в два ряда, но 4 входит. Здесь войдет 5, потому что по 2, и еще пространство остается торцом, можно одну поставить. Ну, то есть, вообще, и видно все, и, во-первых, экономит еще пространство. Мне очень коробки понравились, поэтому буду еще покупать, так постепенненько заменять коробки, и чтобы это уже стало и удобно, и эстетично, и вообще, мне, в общем-то, они очень понравились, я прям вообще довольна. Чтобы с вами уже в офисе компании Арифлейм, получила я свой заказ, пришлось все-таки мне в офис идти пешком, потому что машина не завелась, и сказала, Наташа, иди пешком уже, в общем, я вообще в шоке. Вот такая вот коробка, на этот раз заказа.
каталоге следующий, накладная. Что еще мы видим интересного? Заказали вот такие вот мужские наборы. Но я думаю, это уже, наверное, готовится к Новому году заранее. Я вот думаю, что это самое правильное решение. Надо уже готовиться заранее к Новому году и заказывать вот такие наборы. Это все по заказу. Следующее, что это такие вот жидкие мыла. Там посторонние шумы, не обращаем, все работают. Жидкие мыла для рук из новой линейки. Вот этой вот тоже по заказу. Много зубных паст разных в этом заказике. Видите, как бы вижу. Также разные зубные щетки. Следующее. Два парфюмированных крема. Очень классных ароматов. Это Giordani Cold Essence, который мне нравится. И Pazzes. Шикарные крема. Все это по заказикам. Боже мой, что тут все падает. Следующее, что опять мне пришли вот эти наклеечки, но вы мне уже под видео писали, это, скорее всего, клиентам на каталог, думаю, клеить, чтобы знать уже вот эти вот, сколько медалей кто заработал. Или для себя. Для себя заказала тени вот в таком вот оттенке, в лиловом. Ну, давайте вам их покажу. Вот такие вот запеченные тени. 334-78 номер этих теней. Вот, смотрите, вот такие вот тени запеченные. Можно сухим, можно влажным методом, в общем-то, их наносить. Ну и все. На этот раз вот такой вот небольшой заказик. Все вроде как вам показала, ничего не утаила от вас. Что я вам уже в офисе пожаловалась, что машина меня не захотела вести, потому что она почему-то аккумулятор разрядился. И, в общем-то, я пошла пешком, у нас так скользко, невыносимо скользко, вот этот снег выпал, солнце днем выходит, подтаивает этот снежок, и потом прям образуется лед. Я еле дошла до офиса, конечно, такая уже расстроенная, потому что столько планов, которые я запланировала, куда-то заехать, там еще хотела в офис кое-что из дома увезти, расхламление-то происходит-то. Вот, поэтому решила, что это для офиса более нужное. Уже, конечно, само собой, это ничего не отвезла, ничего не потащила. Пришла в офис такая уставшая. Если вы видели это, ну, вот ранее там, да, в офисе, я такая какая-то вся измученная, изнеможденная. Ну, в общем, не ожидала я. А что же будет 30 градусов, когда будет 30 градусов? Она что вообще скажет? Чапай пешочком! Никогда так, до этого такого не было, никогда не подводила. А что еще? На Авито выставляла объявление, у меня сейчас там есть тоже кое-что, продаю там хоккейную форму. Вчера приезжал мужчина с мальчиком, в общем, мерили, ему 5 лет, занимается такой весь, такой довольный в покупке вообще того, что новой формы, что он будет там мундирован в хоккее. Ну, у меня хоть маленечко тоже место освободилось, там что-то налокотники им нужны были, нагрудник. Ну, я такая думаю, о, ну вообще, расхламляемся, процесс расхламления идет. Ну, я, конечно, так позорница еще там, в шкафу так еще до сих пор не доубиралась, потому что то одно, то другое, то гости, то с Авито по объявлению, то еще там что-нибудь. И, в общем, похоже, пока я там все это буду перебирать и что-то там складывать, за это время уже что-то разберут, заберут, и я уже не покажу вам этот хлам. Ну, не знаю, в общем, как карта ляжет, как дело пойдет. Но что тенями я, конечно, которые вот в этом в Орифлейме запеченные. Ой, я так вообще, я довольна. Я довольна. Такие шикарные тени. Смотрите, видно вам, нет? Два оттенка. Беж и бежевые и сливовые. Смотрите, это не золото. Это беж, который в каталоге. Номер 334-79. Вот такой вот. И... вот это 334-78 лиловые. Смотрите, какие красивые. А вот, тенями довольна. Ну, что, хоть какие-то положительные эмоции, хоть от теней. Если не от поездки за рулем, то
от получения новинки вот этих вот синие тенюшки. Прям вообще классные. Напишите, пользовались ли вы, пробовали, хотите ли такие купить, попробовать. Интересно мне. Ну вот кто уже пробовал, кто уже получал их, довольны, кто у меня вот подружки посмотрели, тоже говорят, о, классные, надо бы тоже такие заказать. То есть понравились. Кисточка идет в комплекте, но я пользуюсь не тем аппликатором, который идет в комплекте с этими тенями, а предпочитаю пользоваться уже отдельными кистями, другими, да. Вот, поэтому наносится и сухим, можно сухими наносить, и влажной кистью, ну, то есть экспериментировать, будет цвет ярче начнет. Но куда еще вот это вот золото наносить? Оно как золото на мне смотрится, может быть, потому что все-таки лицо немного загоревшее, еще не совсем ушел эффект загара, ну, куда еще вот это золото, не знаю. Золото мне бы не хотелось бы, много золота. Пока у меня вот здесь, видите, куча коробок. Какие-то тут вещи, вешалки, от которых я хочу избавиться. Что-то ЛДПР даже. Тут у меня тоже, как вам так покажу, какие-то вещи, которые маленькие. Это еще обувь я уберу. Не, кейс хороший. Кейс шикарный от Oriflame. Его никуда не деваю. И мне он очень-очень нравится. Покажу мы вам его поближе. Вот такой вот классный кейс. Поэтому он и для поездок хорошо, и вообще в нем можно что-то хранить, складывать, клевенький, поэтому от кейса не избавляюсь. Внутри там тоже есть отсеки с разделителем, сейчас покажу вам его, кто не видел такие кейсы. Вот, видите, прилепляешь как нужно, здесь карман, и уже ставишь пузырьки, баночки, скляночки, фотоаппарат, если для путешествий, там еще что-то, ну, в общем, все может вместиться в этот кейс. От кейса не избавляюсь. Хлам перебираю, в общем-то. В общем, вся в процессе. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. А я вас обнимаю, очень крепко целую. И всем вам пока-пока.